think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами открытие. Наконец-таки дождался я, не завезли, я не знаю. Вот. Очень странно, завезли осколки нового героя Альфа самца, и мы попробуем его словить. У меня есть 566 попыток, в принципе, мне только единственный герой недостающий. Я его не собирал еще у себя, я забил хрен на донат, а битву замков, честно скажу. Потому что они ни хрена толком не делают. Только хотят бабло. В общем, у нас сегодня 566 попыток. И мы попробуем собрать частично, сколько у нас получится нового героя. Осколков заодно посмотрим, какой у нас дроп. Сегодня он добавлен. Не было его в прошлый раз. По 10, что у нас тут еще интересного есть. В основном все, как видите, осколки. Про осколки я у себя уже пооткрывал. Под конкурс по сравнению с другими серваками только Махатма и Свален падают целыми. Остальные герои все осколками. В общем, окей, поехали. 566 попыток. Посмотрим, какой шанс они здесь сделали. И реально ли словить Лазуля, Командора, Рейка, Винвашп, опять Командора. Ну, я не знаю, у меня такое чувство, что где-то мы под конец видоса, где-то приблизительно, думаю, соберем осколков 20-30, не больше. Рамбард. Интересно, интересно. Зефир 15. Вот так вот. Неплохо. 15 зефира вытащили. Зефир падает. Асурик. Огник. Неплохо. Ну, обычных героев дофига падает. Дофига Фрей, как видите, падает. Еще 20 огника. Ничего себе. Серьезная заявка. Командорка. Мастер рун. 20 осколков. Блять, будет ржачно, если мы не выбьем ни одного. Я специально копил эти камни, посмотреть, какие же все-таки шансы. Зефир еще 15. Посмотрите, уже два раза зефира и два раза огника отсюда вытащили. 20. Еще огника, уже 60. Нового героя 80 огника, нифига себе. Да, даже Барт упал два раза или три. Нового героя мы так и не видели. В итоге мы уже потратили 66 попыток. Офигеть. 66 попыток и нифига просто. Так, Фрейка, Командорка. Да, Махатма целая наконец-таки упала. Вот вам, ребята, шансы. Рандомчик, да? Хороший рандомчик. Причем, кто у нас тут по осколкам? По-моему, все уже осколки у нас упали. Даже некоторые по два. Единственное, что мастер у нас упал один раз. Обушка. Зефир упал. Вот еще зефир. Еще 15 осколков. Офигенно. Землеройку, я думаю, мы рогатку уже собрали. Фрейю однозначно собрали. Осколками.
Командорку собрали. Жесть. Мастер рун и этот падают хуже. Хуже падают, нежели Огник и Зефир. Ну это писец какой-то. Зефир еще 15. Свален целый. Достали. В общем, мы все словили, кроме осколков нового героя. Это писец. Вот посмотрите, какие шансы. И они хотят сказать, что рандом. Там, наверное, шанс на осколки нового героя 0-0-0-0-0. Я не знаю сколько. Все остальные падают, новый не падает. Еще огник, я не знаю, 100-120 осколков огника мы уже с вами собрали. Так, рогаточка. Землеройка, землеройка. Это жесть. Еще зефир. Ну, мы, наверное, целого зефира таким темпом соберем. Только 410. Свален. Зефир. Да, зефир, короче. Зефир, огник. Мы даже соберем зефира и огника, по сути. Охренеть. Осколков нового героя просто не видать. В принципе, как и мастера рун. Я не понимаю, нафига они их пишут и добавляют, если они нифига не падают толком. Остальные донатные герои падают, а эти нифига. Вот посмотрите, сколько огника. Просто жесть, ребята. Как, вот как их после этого назвать? Просто тупо шансы равны нулю. Триста сорок семь. Свален. Зефир. Зефира целого собрали. Зефир, как по мне, круче, чем новый герой. Рогатка, феникс, землеройка. Мы хоть 10 осколков сегодня словим. 566 у нас было. И нифига пока что. Я в шоке. Охренеть. Уже половина, считайте. Половину мы переролили. Еще один свален. А тут просто тупо нифига. Даже 10 осколков не упало. Я просто в шоке.
Я не знаю, кого мы еще. Наверное, Барт. Огника то мы точно соберем. Вот под вопросом мастер рун и Барт. Ну, Барт, наверное, частично. Но вот мастер рун и этот. Мастер рун хотя бы один раз упал. Вот еще второй раз упал. 40 осколков. Свален еще один целый. Или они просто тупо их сюда не добавили, написали, но не добавили, я даже не знаю. Барт падает. Где, блядь, осколки нового героя? Что это за хрень? Шанс равен просто нулю. Мастер рун еще раз вытащили. Жесть. Охник. Не, ну это просто бан. Толку, блядь, от этих камней вот вообще никакого. Я надеялся хотя бы, ну, осколков там 10-20 упадет. Ни хрена. 148 у нас попыток осталось. Асурик, кстати, тоже недовольно, таки не часто падает. Мастер рун мы вытащили хотя бы 60 осколков. Это жопа. Это реально свален, я не знаю, четвертый или пятый уже. Да, IDG. Что тут сказать? Вот реально, тут просто даже... Это просто пиздец. 10 осколков даже не упало. 566 тычек. Я в шоке. Лаваника. Командора. Вот Зефир. Теперь вы понимаете, ну вот насколько они вот реально бывают в акциях разводят. Ну я не знаю, как это назвать. 566 попыток. И даже если написать в ТП, они скажут, ну вам не повезло, это удача такая. Ну куда, блядь? С 560 попыток нам упало все, кроме этого героя. Даже пусть, блядь, 3 попытки мастер рун, ну хотя бы один раз 10 осколков должно было бы упасть. Просто трэш. Вот смотришь, блядь, ну, даже 10 осколков не упало. Вы просто тупо не добавили сюда. Я в шоке.
Вот смотрите, огника мы по-любому собрали. Кто там? Асуриков дофига. Рей. Интересно, зефир. Вот зефир. Свален, землеройка, Квин Вашп, Барт, Мастер Рун. В общем, просто вот нет слов, насколько они разводят в осколках с новым героем. Ну, 566 попыток и ни хрена, но это просто трэш какой-то реально. Говорю, на сегодня самый оптимальный вариант это пыль для сборки подобного плана. Просто ноль. Ноль. Это просто, блядь. У меня даже пыльца вроде есть. А, есть немножко пыли. Мастер рун 5. Божество и два осколка. Ну, без комментариев вообще. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.